Посылку кто-то поставил, вот давай откроем дверь. Вот тут не стоит? Стоит. О, доставай ее. Скорей, скорей. Опа, давай, давай, давай. Какая-то маленькая. Маленькая? Что там? Что это там может быть? Давай посмотрим. Давай. Какая-то маленькая. Нужен нож. Давай ее вот сюда. Да. Вот сюда, вот. О, смотри, правда маленькая? А? Маленькая, правда? Нет. Так, давай вот это уберем. Это мое там должно быть. Твое должно быть? Да. Ну-ка давай. Ой. Не балуйся светом. Оставь свет. Так, мне кажется, я знаю, что там, сынок. Что? Осторожно переступай через кабель. Так, давай посмотрим. Вот так открываем, да? Какая у нее вот эта вот лента, знаешь, такая вот. Самая аккуратная. Вот так. Сейчас папа вот так вот откроет. Посмотри. Тебе уже не терпится, да, сынок? Так. Что же там может быть? Это что? Это шоколадки с Микки. Такие огромные шоколадки. Ничего себе! И туда же один лопал! Вот это да! Сейчас у нас испугается, иди наверх. Так, друзья, ну как вы уже поняли, сегодня мы получили сникерсы. Два, целых два сникерса. Вообще, один я заказал другу своему в подарок просто, он ничего об этом не знал. А второй, это тот, который я разыграл, и, наверное, всем же, я думаю, все равно интересно, что же за такой сникерс, потому что я его не показал, показал только на фотографии. А Сэм пошел лопать вот этот пузырь, знаете. Давай, покажи. Да, вот такой вот полиэтиленовый пузырек лежал, то есть уплотнял, так сказать, содержимое. И сегодня я вам просто хочу показать, как же выглядит этот сникерс. Будем открывать его? Да. Откроем его, разрежем, покажу вам его в разрезе. Да, подожди, да. Пока я не пообедаю. Хорошо. Сэм сказал, пока он не поужинает, да? У нас же уже вечер. Не открывать. Вот Сэм поужинает, мы его откроем. В общем, вот таких размеров. И теперь я могу точно сказать, папа, каким он весом. Папа, 453 грамма. Папа, да? Я сейчас покажу свои конфеты, которые я купил. Хорошо, давай. Подожди. Так, в общем, сейчас Сэмик покушает, поужинает. И потом только ему, может быть, немножко сладкого. И вот этот сникерс я, так сказать, разрежу, покажу, открою, покажу, как он выглядит, разрежу его в разрезе. В принципе, обычный сникерс. Здесь стоит, то есть, один лейбл или один паунд. И теперь я знаю, сколько же это в граммах. 453 грамма. 453,6 в граммах. А ты что купил? Ну-ка давай покажем. Это такие языки, да? Вот такие вот языки. Мы их, кстати, сегодня видели в магазине, да, в Хайви, когда в ресторан ходили. Кстати, скоро выйдет видео об этом Хайви. Вот такие вот языки Сэм обожает. Да, от них потом язык такого же цвета, как и упаковка, да? Да. Класс, класс. Потом покажем. Ну ладно, до встречи. То есть через для вас практически не через сколько, а для нас пока Сэмик не пообедает. В общем, чтобы понятно было, один сникерс это явный сникерс, да? Второй сникерс это для моего друга. Но, одно но есть. Мы заказали еще таких сникерсов. И, так сказать, мы решили один сегодня, так сказать, употребить. Папа, а ты выиграл сникерс? Нет. Вот. Так, ну вот Сэмок у нас. Сэм. Поужинал, покушал вот, макароны. Вот. Да. Кстати, потом я вам еще кое-что покажу, что вот здесь лежит. И теперь открываем. Давай, будешь помогать мне. Ближе, ближе ко мне подходи. Стул бери. Слазь, вот так вот. Сейчас подвинем. Вот сюда, давай. Мама, вот так вот. Залазь. Я, знаете, лампу подключил здесь одну, чтобы, так сказать, лучше видно было. Значит, вот этот сникерс сейчас будет Сэм открывать.
Давай, вот здесь вот, вот так тяни. Я надеюсь, Лариса, видно, посмотри. Кого? Ну, вот здесь весь сникерс видно в кадре. Давай, вот здесь вот так тяни. Двумя руками в разные стороны. Вот так, в разные стороны. Папа сейчас надорвет. Вот так вот. Или давай его ножом. Давай. Давай, вот так. Опа. И теперь ты его вот так вот. Вот так, да, тяни его. Куда? Тяни. Тяни его. Тяни, 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 тяни. Давай, помогу тебе. Вот так вот. Уже видно. Вот он, какой огромный. Давай, вот так, теперь вытаскивай. Сейчас папа тебе поможет. Вот здесь вот тяни. Тяни его. О, какой огромный сникерс. Поставь его сюда, сынок. Да, в принципе, досточку даже и не нужно было, потому что здесь есть вот такая вот картоночка, скажем так, да, на которой можно резать. Ну, давай покажем. Огромный сникерс какой, да? Я победил. Ты победил, да. И теперь... А, за то, что Сэм, так сказать, ты же сдавал мелочь, правильно? Да. И ты победил. Ты еще в видео сказал, что ты победил, да? И теперь мы его разрежем, да? Папа, сейчас вот... Сколько тебе? Вот столько? Да. Давай, вот так вот. Где? Ой, какой он... О! Ничего себе! И вот такой вот сникерс у нас в разрезе. Смотрите. Отличный сникерс. И вот такой сникерс будет наслаждаться Яна, которая выиграла. Кстати, я почему показываю, потому что люди играли, принимали участие в конкурсе, и победитель получит такой сникерс. Ну, ребят, здесь карамель, арахис. Давай, да? Маме еще. Кстати. Держи. И маме еще. То есть бабушке нашей тоже кусочек один дадим. Я даду. Тут, кстати, на... Не даду, а дам. На упаковке так, Ларис, смотри на время. Хватит время. Так, на упаковке так и стоит. Slice and share. Мама. То есть, вот, посмотрите, вот здесь написано. То есть, подели или так разрежь на кусочки и поделись. Ларис, ты куда ушла? Время посмотри, пожалуйста. У меня там 7 минут оставалось. Чеши. Ты с этой стороны смотри. Еще 4 минуты? Ничего себе, так. Значит, я еще успею себе один кусочек отрезать. Но я его кушать не буду, знаете, чтобы... С полным ртом. Я хотел сказать, что режется достаточно, ну вот так вот, чтобы свет попадал на него. Потому что орехи, карамель, что там еще есть? Пинат, это и есть орехи, карамель, шоколад и орехи. То есть, пинат это вот это вот, наверное. В общем, думаю, все прекрасно знают составные сникерса. А теперь, что касается сникерса, вот он, вот такой огромный, 453 грамма. Я вам хочу показать донаты американские. Сегодня мы были в магазине в одном и купили. Два себе я купил и два ты, да, сынок? Да. Только аккуратно на стул залазь, а то опять лампа отключится. В общем, мы заказали. Я вам быстренько покажу, где они открываются-то. А, вот здесь. Опять этим же ножом придется. То есть... О, Сэм, твой доллар 50 стоил, оказывается. Нет, доллар. Вот так вот. Ты себе выбрал какие? Давай папа их достанет просто. Вот, вот так. Раз. Это два Сэма. Твои донаты. А вот этот выбрал себе папа. Папа сладкоежка. Посмотрите. Я вам ближе покажу. Папа, это папа, с американским папа, шоколадом Хершис. Папа, на то. Папа, на то. Вот так, да. Я взял такие палочки. Да, палочки ты будешь кушать. Да, еще здесь маршмеллоу есть. И шоколадку, да, Хершис. А кто забыл? Да, и один вот такой огромнейший донат я взял. Папа, ты сказала, чтобы я вот это тоже съел. Хорошо, ты можешь кушать, без проблем. И вот такой вот огромный я еще один взял. Но это не донат, больше такая булочка. Это наверное будет шоколад. Это шоколад. Спасибо, Сэм. Да? Тут уже не коричневый шоколад, а светло-коричневый. Светло-коричневый. Так, ребят, ну, вот так вот. Это все о сладостях. Я думаю, вы увидели сникерс, как он выглядит, каков он на самом деле. Всем спасибо за внимание. Просто думал, если уже сникерс я разыгрываю, то я покажу вам, что же я на самом деле разыгрывал. Всем пока, всем удачи. Если у меня будут на канале еще конкурсы, то принимайте участие, выигрывайте. Всем спасибо за внимание. Пока.